Вот так мы подготавливаем грядку к выкопке батата. Обрезаем ботву. Видите, из чего грядка состоит? Холм, капельный полив, пленка. Все это было посажено, летом ухаживалось. И теперь время выкопать батат. Обрезали ботву. Видим, что батат выглядывает уже. Уже пора. Пора. Все убирается это. Вот посмотрите, батат. О, бывает и не без греха. Медведка портит. А вот здесь вот. Вижу совсем красота. Посмотрите. Ну, теперь мы доберемся до этих. Посмотрим, что тут выросло. Вот, посмотрите. О, не зря пленка аж дыбленная была. Ну вот. Убирается пленка. Убирается капля. И будем все выкапывать. Какие красавчики. Этот сорт называется маньчжурский. Самый ранний из всех сортов. Ну и по урожайности, конечно, я бы сказала, что довольно прилично. Здесь вообще уже сам, по-моему, выпрыгивает из грядки. Покажи, как я лапу. Там у нас дальше идет сорт ла. Видите, все подписано. Таблички у нас на каждый из сортов. Вот он. Все обрезается. Ботва скармливается животным. С удовольствием едят куры, кролики. Вот у нас есть куры и кролики. Да, собаки и кошки не едят, а животные. Куры, кролики едят. Ну вот козы, коровы тоже должны есть. С удовольствием. Все это без переработки. Безотходное производство. Ботва. Плети. Так, ла. Ла. Что у нас? Ла с плетями. Плети довольно высокие. Длинные. Ну, 1,60 м, 2 м. Листья сердечком. С одиночными зазубринками. Ну, ла вот не так сильно выглядывает. Но тоже ранний сорт. Ну, сейчас будем копать. Все увидим. О, вот, смотри, смотри. Я нашел. О, какая прелесть. Нашел. Есть, есть. Все, это уже созрело. Ла тоже ранний сорт. Вот смотри, посюда. Молочко. Вот ботву отбрезаем. Молочко. Липкое молочко. Оно высыхает и прилипает к рукам. Он капает. Но оно съедобно. Японцы батат едят. Каждый день. Делают смузи из зеленых листьев. Кстати, всегда хотел тоже попробовать. Вот японцы говорят, вот эти листочки очень вкусные. Ну вот, первое впечатление, кусаешь хвост, вкус хвои. Вот что-то хвойное такое. Раз, как маленький взрывчик такой. Ну, салат. Салат. Что-то среднее между салатом. Молочко по вкусу, ну, не горькое. А вот если у одуванчика молочко горчит, вот у этого вот молочко выделяется. Ну, сок какой-то. Ну все, идем копать.